давай ты вот это видео, давай ты сейчас будешь записывать. А я уже поставил запись, да. Так, сейчас я поставлю... Так, кого ты мне дал, кого ты мне дал. Так, а кого убрать? Вместо вот этого первого. Сейчас я сделаю. Так, вот этого я сниму. Да. Так. А кого ты мне еще дал, я не вижу. Охотник, камерамана. Такая желтенькая. Так. Следашка. Ага, все, я понял. У тебя сколько, юнитов? У меня 26. А у тебя? Это сколько вот этих часиков или монет? У меня 12-17. 17 чего? Юнитов. Часиков 0. А часиков сколько? 0. И кристаллов 0. Ну, у меня кристаллов 12 и... иди за мной. Давай. Одну карту сыграем. Только не на легком уровне. Ну, я уже посмотрел, знаешь, какой? Вот этот, не средний, а вот этот, я уже проходил кошмар с кем-то. Ну, я один тогда был, ну, с кем-то. А вот этот жесткий. Давай на жесткий. Ну, не на жесткий, а вот типа это. Давай на красный, на жесткий. Я на красный нажал. Я его похожу без проблем. Я сейчас буду ставить своих эльфов. Я не буду автоскип включать, пожалуйста. Не, я включу. Нет, не надо. Слин, автоскип знаешь, как работает? Ну. Он хоть автоматически, но смотри. Например, я поставил титан. Он заагрился на какого-то. Пошел новая война, он в радиусе находится, этот враг. А он заагрился на другого, понимаешь? Mm-hmm. Сейчас мы не добиваем. Ты поставь вот этого охотника. Или как он там? Сейчас я сначала... поставлю... Летающий альфа-дром. Вертолетов? Кстати, тут обновление вышло. Я поставлю вот этого своего большого. Хорошо? И что вот это место занято? Во, видишь, какой он? Угу. Большой лазерный аппарат. У него большой радиус. Такой же... У него апгрейд 1500 стоит. Офигеть. У кого? Ну, лазерного оператора. А столько примерно стоит мой титан. И, кстати, у него больше, чем у топсика урон. ДПСа больше. О, ничего себе урон у вот этого Бат Спикермена такой. И апгрейд дешевый, и урон на начальном большой. Да, но и с радиусом у него проблемы. Ты, ну ты бы правильно поставил в уголок. Правильно. Ну да. Так, я буду копить на своего вот этого, потому что у него плюс он стоит почти 2 косаря, но он косарь с лишним стоит. И у него апгрейд косарь. Том. Как думаешь, мне его апгрейдить, либо же поставить титан? Ну, ему нет, ему надо апгрейд сделать, чтобы у него и диапазон подрос, и урон стал больше. Мне больше поставить титан. У него на первом уровне у него 200 всего лишь урон. Это мало. Ну потом прибавится 550. И 5 раз. Потому что сейчас они начнут уже вещь. Да, я согласен. Уходит. У него чуть-чуть, у него прям на 300 с чем-то меньше, чем у топсика. Так, у меня почти накопилось. Все накопилось, я апгрейдил. О, у него же пак появился. Угу. И 750. Ну я сейчас поставлю титан, наверное. Ты копи на какого-то титана тоже. Копи. Сейчас я вертолетом.
до конца доделаю? Не доделаю, Вадь. Сюда, вставай. Я тут за оборону, значит, занят, получается, да? Тут у нас вообще-то пошли 12-9 тысяч. А, ну он справится, мне кажется. Ну, должен, в принципе, да, у него по 2500. И с этим, наверное, не справится. Наверное, не справится. Ты кого-нибудь поставь. Пока денег нет. Самого дешевого. Я куплю на титана. А, да, вот так вот. Они усыпляют. О, я уже это не мог. Папа, начало склони. Начало карты. Сейчас все. Ну там поставил титан. Вот так. Вон там. Комбой. Ну, Саш, когда мы встретимся? Ну, я постараюсь на этой неделе. На этой неделе, скорее всего, наверное, не получится или получится, я не знаю. Просто мы где-то выходные, я уезжаю в отпуск. Угу, да, мама сказала мне, что вы поедете 17-го. О, смотри, какой! Классный. Я ему напялил тут джетпак. Ты копи на вот этого топсика, которого я тебе дал. Шевелится, а он сам спит. Гениально. Так, ну мы пока справляемся тут, да? В принципе, да. Кого-нибудь поставь в начале кого-нибудь титана, потому что мой уже не справляется. Ну, на 15-й волне у нас еще какие-то проблемы. Там больше сносит. Как-то ты взгляни на моего титана, вот. Проходит. Посмотри на моего титана. О, какой. Ну, у него пока маленький урон. Ну да, но на последнем лавре у него будет очень много способов. И у него 9800, а у моего топчик просто, если да, всего то 9000. А на 800 урона больше. Ты там вкачал до максимала? У нас проблемы. Ставь еще кого-нибудь. Нет, он у меня всего лишь 300 долларов. Мне 300 больше. Я, наверное, еще чуть-чуть накоплю и еще проапгрейду свои бустера. Кстати, вот твоего топтика, который я тебе дал, у него есть способность направлять. Если ты его поставил и замедлять. Кстати. Вот. Еще у него будет радио 60, а у этого 65. Ну, по радиусу у него поменьше. У нас трое прошли. Ну, мне кажется, они не слышали. Снесли. Повторяем попытку. На зелененькую. Тут новое обновление вышло. Кстати. Так, давай попробуем на вот этом уже наследнем.
Попробуем, давай. Да, у меня почему-то не... А, все. У нас времени так-то нету, то что на не на среднем, а на легком. Ладно, на среднем, на среднем, на среднем. Эльфы, они из какого-то эльфинская, простите, камера, она из какого-то невента новогоднего. И там уже появился Санта Тили. Тили. Короче. Какой-то такой. О, мы наравне держимся по деньгам. Ты ставь уже там свою летающий аппарат свой. Ты поскакал, да как что с как так? Поехали. Не, ты поставь вот этого, да, вот правильно поставил, но в принципе где-то в начальном же было поставить. Да не, нормально. Сейчас два. Нет, моим эльфам помогать. Моим эльфам помогать. А я еще одного сюда поближе поставлю попозже. Потихонечку. Шляпка такая-то. Как? Когда с одной стороны как будто она прямая, с другой стороны как будто она дуга. Дуга. Ну вот да, где-то так. И ты его апгрейди, потому что у него будет насколько. Ну, очень большой дамаг и одна секунда максимум. Кулдан. Перезарядка. Нужно было ферму продать за 500. Вот. У меня уже еще осталось 6 тысяч накопить. Там-то скип поставь. Во, я же говорю, не справляются. Бой добивает. Ой, мне сколько выходить. Давай ему уже заканчивать. Ну давай, хорошо. Потом тогда доиграем. Да? Давай пока. Давай пока. Да.